Привет всем! Опять будем делать вкусняшки на костре. Срезаем мы фольге, сделаем картошку с грибами, с зеленью. Что у нас тут еще есть? Сладкий перец, морковка, лук. Сладкий перец, морковка, лук. Вот это все, в общем миске все это мешается, солится, перчится. Пропорции абсолютно свободные. То есть мы взяли мелкую картошку, даже вот ее не чище порезали. Зелень, грибы, шампиньоны. И все это потом сложим в фольгу, в один такой общий как бы сковородку. Да, сверху накроем тоже фольгой и положим в угли. Здесь абсолютно нет ничего ни сального, ни мясного такого, чтобы жирок дало. Поэтому мы немножко все это смажем подсолнечным маслом. Опять же, все это по вкусу и по настроению. Берем фольгу вот так крест-накрест, произвольно там несколько слоев. Вот мы тут, например, 4 так слоя, 4 так, какой толщины. И вот так как бы делаем ковшик. И все это потом высыпаем сюда на фольгу. Длину полосок так делаем, чтобы, я так понял, ты будешь сверху, да, чтобы сразу сверху и закрыть это, да, все. Да. То есть не будешь отдельным каким-то листом закрывать. Нет, мы закроем это все сверху. И фольги надо, в принципе, толстый слой, чтобы она не прогорела, да? Просто сама по себе фольга у нас тонкая, поэтому у нас получилось очень много слоев. А когда фольга потолще сама по себе, то можно не делать. Тут принцип будет не зажаривание, а запекание. То есть оно внутри будет запекаться, а не зажариваться. Вот такой у нас получился. У нас бомбочка, это мы называем. Бомбочка? Да. Вот. Самое главное, чтобы это все не разрыто, пеньком никаким не разорвалось. Доходит очередь теперь на костре до картошки. Уже, правда, темнеет. Вот. Рассунем угли и положим вовнутрь нашу бомбочку. И все это еще сверху подзакинем углями. Ну, не совсем сверху, а больше с боков. Самое главное, наверх сильно не нагребать, чтобы потом разворачивать было удобно. Чтобы проверять, да, разворачивать? Да, и чтобы пар выходил же оттуда, и чтобы зола туда не попала. И у нас получается картошка будет, она как в духовочке, да? Да. Вот, она внутри фольги будет париться. Она будет сочная за счет. Будет сочная, да. Сладкого перца, лука. Ты же солила? Да, солила, перчила. И тут у нас было спонтанное решение, мы решили вот поставить синенькие. Попробуем, мы впервые это делаем. Просто вот цельные, не резали, не перчили их, ничего. Ну, потом мы шкурочку с них снимем. Да, потом шкурочку снимем и будем их пробовать. Уже тогда можно будет поперчить, посолить их. Вот. Так что будем готовить. Прошло 10 минут, картошечку мы не трогаем, а синенькие у нас подзапекаются, переверну их. Вот. Если честно, я даже не знаю, что с ними делать. Вот. Посмотрим, пусть пекутся. Вот. Жар хороший. Дубовые ветки горели. Еще 15 минут прошло. Мы сейчас глянем
О, синенькие. Ну нам синенькие вот, они как бы томятся, потому что фольга здесь посередине стоит. Ну что, будем смотреть, что там с картошкой? Да. Давай. Давай, может, я залезу? Нет, нет, нет. Она там в соку, да? Она, наверное, уже приготовилась. Сейчас мы попробуем. Да. Мягенькая, да? Да, картошечка мягенькая. Мягенькая, мягенькая. Мягенькая. Да. Такая красота. Ну что, будем вытаскивать? Да. И мы ее так оставим, да? Картошка мягкая. Да, она уже сварилась, грибы 100% сварились. А картошка, если мягкая, то все. Забираем, а и оставим синенькие на углях, да? Да. Помочь? Пар выходит горячо. Горячо, да. Оп. Может, туда это синенькие пониже опустим, да? Угу. Стопкивай. Бум. Давай, сейчас я тебе помогу. Ага, кирпичи тяжелые. Да, оставляй так. Все, пусть тогда... С другой стороны. Наверное. Другой? Да. Нет, тут меньше. Да? Да, тут вот это я ставлю. Все, пусть они. Давай глянем на красоту. Обалдеть. Картошечка мо такая. Соку, класс вообще. Да. Запах шикарен. Все. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Приятного аппетита. Вот очередь их синеньким подошла. И вон запах просто невероятный. Да. Ну, скажи что-нибудь, что по вкусу. Я хочу показать, как отделяется. Курочка от мякушки. Как грибочки, да? Очень вкусно, нежно. Мягенько, мягенько.